Друзья мои, всем добрый день. И как всегда, по вашим многочисленным просьбам, байка от Викторовича. 90-е. Да. Работал не здесь, не на 20-м, неважно. Угу. Короче, у нас был там один электрик. Угу. Старый тоже дед. Я тогда еще молодой был. Старый дед. В кирзовых сапогах, тогда в телогрейках работали. И вот он, значит, стоит, а он глуховат. И прикинь, подошел тут с нами разговаривает, а у нас был кошак рыжий такой, классный, котяра вообще. Ну и, короче, тот тоже подбегает, значит, котяра-то. И этот что-то рассказывает, сам топчется керзами, сапогами и наступает коту на хвост. А он ведь не слышит. Котяра аж поднялся на этом хвосту, орет благим матом. А тот не слышит. Пофигу, пока не подбежали, уже не столкнули его с кота. Ё-моё. Господи, я думал, он там его вообще откусит, этот хвост себе котяра. Ой, бедный, обоссался. Вообще не могу. Вот так. Котом случайно не ты был? Нет.